Татьяна Алексагина в своем обращении к блогерам парка «Львов Тайган» подтвердила, что информация из слитой официальной электронной почты ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган» является достоверной. Что слили электронную почту, это вообще для меня не имеет вообще, как бы, ни для меня, ни для Алексеевича никакого значения, потому что это техническая почта зоопарка. Что оттуда можно взять? Ну, если кому-то надо, ну, взяли. Я просто не знаю, как это произошло и как это происходит. Поменяли, что там, пароли сделали, все, проблема решена. С этого момента у нас есть все основания считать каждое письмо, опубликованное в сообществе «Тайган на крови» и на YouTube-канале «Пелагея», достоверными. Пройдемся по некоторым письмам. Обсуждение Олега Зубкова и Ирины Романовой судебных процессов, где он описывает свои эмоции и удовольствие от унижения прокуратуры Крыма. Он советует своему юристу с большим энтузиазмом оказывать давление на правоохранительные органы, мотивируя ее своей похвалой и лестью. Самая объемная часть писем посвящена нарушениям в парке «Львов Тайган», в которых Олег Зубков обсуждает подделки ветеринарных документов, продажу дериватов и шкур животных, прямым текстом пишет о том, что в холодильнике лежит белый бенгальский тигр. Тем, кто пишет о нарушениях или просьбе посодействовать, чтобы администрация представила необходимые ветеринарные справки, директор в грубой форме отвечает, что все у них в порядке и соответствует нормам. В этих письмах Зубков обсуждает цены, количество и способы доставки животных на продажу. Также значительная часть писем посвящена блогерам парка «Львов Тайган», в которых он обсуждает стоимость их работы, обговаривает сценарии видео, готовит и утверждает постановочные сцены спасения животных или якобы случайных экспериментов. Из этих писем можно четко понять, что все видео блогеров Тайгана являются постановочными и направлены на вызывание нужных эмоций у зрителей. Письма, доказывающие, что отстрел 20 медведей – также запланированная акция, которой ничего не могло помешать. Эта акция, направленная на травлю и осуждение властей Крыма, прикрываясь якобы вынужденной эвтаназией медведей. В одном видео Зубков рассказывает о том, что у него есть все, что должно быть у олигарха, и тут же говорит о том, что у него нет денег на содержание этих медведей. Есть также объемное письмо, в котором Зубков признается, что ошибся, когда поддерживал присоединение Крыма, рассказывает о всей своей боли и разочаровании, о том, как его многие годы затравили власти и не дают ему, бедному, спокойно обогащаться на своих животных.